Зал «Единоборств» стал местом встречи всех любителей бокса Ненецкого округа. Там прошла встреча с нашим соотечественником, чемпионом мира по боксу Игорем Ружниковым. Спортсмен провел мастер-класс, показал несколько своих выдающихся комбинаций и рассказал о своей спортивной карьере юным боксерам. Встреча со знаменитым чемпионом для наших боксеров не редкость. Игорь Ружников регулярно посещает крупные чемпионаты по боксу и встречается с воспитанниками местных спортивных школ. Не, ребята, молодцы. По одинком сейчас постоял. Такой я уже, ну, так его давненько за ним наблюдаю. Такой хороший паренек, быстренький, техничный. Ну что, ребята, если выезжаю, конечно, надо чаще выезжать. Когда они будут не только как-то привносить сюда, ну, другие школы бокса. После мастер-класса наши спортсмены буквально завалили чемпиона вопросами. Чаще всего спрашивали про бой с профессиональным американским боксером Роем Джонсом-младшим, который прошел в далеком 1986 году на первых играх Доброй воли, где Игорь Ружников одержал победу. Тренера Дворца спорта «Норд» говорят, такие встречи обязательно нужны молодым спортсменам. Такие приезды нужны обязательно молодым спортсменам, даже спортсменам, которые уже достигли определенного уровня. Это, во-первых, обмен опытом, узнать что-то новое для себя и не только жизнь спортсмена, как он где проходил свой путь, но и что-то подчеркнуть для себя, какие-то моменты, как себя вести в определенных ситуациях на ринге, за пределами ринга. Кроме посещений наринмарских спортивных учреждений, Игорь Ружников съездил на свою малую родину Нижнюю Верхнюю Пешу, где встретился с юными жителями села и ответил на все интересующие их вопросы. Ну, детишки задавали вопросы, больше интересовало их, почему именно начал заниматься боксом, будет ли здесь открыта секция бокса. Ну, депутаты пообещали, говорит, будет интерес, будет и секция бокса. Кроме встречи с жителями Нижней Пёши, знаменитый боксер посетил физкультурно-оздоровительный комплекс. Там принял участие в соревнованиях по волейболу на кубок имени Игоря Ружникова и провел небольшую тренировку для юных спортсменов. Визит знаменитого спортсмена в Нижнюю Пёшу повысит уровень заинтересованности к занятию спортом. Об этом рассказал президент Федерации бокса в Ненецком автономном округе Денис Гусев. Наш визит в Нижнюю Пёшу и в Верхнюю Пёшу, на родину нашего знаменитого земляка, он знаменателен тем, что позволяет почувствовать, что корни нашего спортсмена отсюда. Ребята очень хорошо воспринимают общение с ним, большое количество родственников, и вместе с тем это обогащает спортивную деятельность. Спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный в Нижней Пёше, планируют назвать именем чемпиона мира и Европы Игоря Ружникова. Дмитрий Марков, Вадим Стасюк, Вадим Носкин, телеканал «Север».